как Дизеля поступил. Ну, знал я, уже был знаком я тогда с Акулой. Был знаком тогда уже так с Кайзером. Дизель я поступил, земляк у меня, монах, Стас, погиб он, Царство Небесное. Ну, обратился к нему, и вот так я оказался у Дизеля. В составе Дизеля вот при взятии Углегорска-Дебальцево. Были даны неправильные данные, первая бэха зашла, ее сразу подпалили. Ну, вот. Потом зашли два танка Дизеля. Экипажи погибли. Вот. Я находился на прикрытии танкового батальона от нападения воздушного противника, как ПВОшник. Знаю, что да, проявились там танкисты Дизеля очень хорошо, и мотострелки очень хорошо. И вообще я скажу так, что как бы я ни относился там к кому-либо из командиров, там дело не в этом. Я знаю, что подразделение Дизель, танковый батальон, это героический батальон. И если случится, допустим, принять бой, я знаю, что эти люди не уйдут с позиции. Они примут бой, и они выполнят боевую задачу даже ценой своей гибели. Очень много достойных офицеров, достойных людей. Скажу так, Берц, Большой, Сушка. Очень много достойных людей. Очень много, да. Батальон героический. Ничего плохого за батальон, за людей сказать не могу. И я скажу так, у меня очень много друзей находится и в данное время здесь, и в Российской Федерации, которые могут подтвердить эти слова, что если бы не такие люди, то было бы, наверное, очень бы тяжко. Именно такие люди, они не бежали, им некуда бежать. Ну куда? Ну это наша земля, это наш народ, ну куда нам бежать? Россия, ну Россия, да, матушка, она примет всех, но как можно уйти со своей земли и оставить без защиты свой народ, своих детей, своих матерей, жен? Ведь я этого не понимаю.